Я спросил ее, может, Господь тебе уже сказал, на ком? She says yes. Она сказала, да, да. And she named the name of a good friend of ours. И она назвала имя женщины, которая была нам обоим хорошим другом. A lovely single lady. Прекрасная, одинокая женщина. Yeah. And I said, even if she was the last woman on earth, I would not marry her. Я сказал жене, что даже если бы она оставалась последней женщиной на земле, я бы на ней не женился. I said, honey, you're not gonna die. Я сказал, дорогая, ты не умрешь. We cancel that. Мы отменяем это. We rebuke it. Мы запрещаем этому. But it shows how deep she was. Но это показывает вам, насколько глубоко она была во всем этом. When she finally accepted the fact that she was in a depression. Когда она наконец приняла тот факт, что она впала в депрессию. You know, that is not easy, especially not in 1986. Знаете, это было нелегко, особенно в 1986 году. Because the Christians would say, you probably didn't do something right, you didn't have enough faith. Потому что христиане обычно в таком случае говорили, наверное, ты что-то сделал или сделал неправильно, наверное, тебе не хватает веры. Yeah, people have no problem when you have a physical problem. Знаете, для людей не проблема, когда у вас какие-то физические проблемы. Problem, но если проблема умственная, then you're crazy. Значит, вы сошли с ума. So the Lord, she started to listen to worship. И она начала слушать поклонение. 1986 was the beginning of the worship that we are now so familiar with. И в 1986 году начиналось такое поклонение, с которым мы все знакомы. As he said to the Lord. И она сказала Господу. Okay, Lord, if I have to go through this. Господь, если мне нужно пройти через все это, I want to come out a better person. Я хочу выйти из этого всего человеком, который будет лучше. Now she came from a Reformation background, a Reformation church. Она обратилась к моему прошлому, из той, из чего я вышел, and there, реформационная или реформированная церковь. And there the accent was on you have to do, you have to do, you have to do. Но там ударение делалось на том, что вы должны что-то делать, что-то делать, что-то делать. And the Lord started to speak to her. И Господь начал говорить к ней. You don't have to do anything. И Он сказал ей, тебе ничего не нужно делать. Yeah, with me you don't have to do anything. Со мной тебе ничего не нужно Let делать. Me love you. Позволь мне любить тебя. She also learned what it is to give a sacrifice of praise. И она также научилась тому, что значит приносить жертву хвалы. A sacrifice of praise is when you start to praise the Lord, when everything inside of you shouts, I don't want to. Приносить жертву хвалы, это значит начинать хвалить Господа, когда все внутри вас вопит о том, что вы не хотите это делать. Because then you are praising God when you feel lousy, you feel bad, you rather want to die. Потому что тогда вы прославляете Бога, когда вы чувствуете себя неважно, когда вы чувствуете себя плохо, и когда вы скорее готовы умереть. She encountered the father heart of God in her depression. И в своей депрессии она встретила отцовское сердце Бога. For me it took four more years. Для меня на это ушло еще 4 года. You see, we were missionaries, we work hard. Но мы были миссионерами, и мы привыкли тяжело трудиться. We give everything away. Мы все отдавали. We give sometimes too much of ourselves away. Иногда мы отдавали слишком много себя. And that has, there is a price to pay for that. И есть определенная цена, которую вы платите, когда такое происходит. So then the Lord said. И затем Господь сказал. You should ask the elders to pray for you. Тебе нужно попросить старейших, чтобы они помолились за тебя. To anoint you with oil. Чтобы помазали тебя маслом. Yeah. And the Lord said, and you have to do it in front of the church. И Господь сказал, тебе нужно сделать это перед церковью. So she went to the elders. Она пошла к старейшинам. She said, I have a depression, I need to be prayed for. Она сказала, у меня депрессия, мне нужно, чтобы за меня помолились. And they said, well, after the service, we will take you to the prayer room. Они сказали, хорошо, после служения мы с тобой отойдем в молитвенную комнату. She said, no, она it needs сказала, to be done in front of the church. Нет, это необходимо сделать перед церковью. And they did it. Они сделали это. And afterwards, there were so many women coming up to her. И после этого очень многие женщины подходили к ней. Said, thank you. И говорили спасибо. That you were the way maker. Спасибо, что ты проложила путь. Because many of them were struggling with depressive feelings. Потому что многие из них боролись с депрессивными чувствами. But you can't say that in the church because then they think that you
have sinned or you have not enough faith, it's impossible. Но тогда в церкви об этом сказать было невозможно, потому что все считали, что либо у вас веры недостаточно, либо вы согрешили, либо еще что-то. Within a year, she was out of the depression. В течение года она вышла из депрессии. And what brought her out was praise. И то, что вывело ее из депрессии, была хвала. I've had some dark periods in my life where, you know, I need to get through. I had some situations in my life that тяжелые периоды, сложные ситуации, через которые мне нужно было пройти. Pretty tough, and I needed answers from the Lord. Достаточно сложные, и мне нужны были ответы от Господа. And what I used to do then? И что я обычно делал тогда? I would sit late at night at the piano. Я садился поздно вечером, уже ночью, за клавиши. Lights off. Выключал свет. And I would start to play. И начинал играть. Yeah, songs that just, you know, new songs that came. Новые песни, melodies, новые мелодии, которые просто приходили. But also songs that, yeah, that we knew. Но также те песни, которые мы знали, известные нам песни. And one of them is a favorite of mine. И одна из них моя любимая. And it's Psalm 117. Это в нашей Библии 118 псалом. Yeah. Because there David is in a very difficult situation. Потому что Давид находился в очень сложной ситуации. And he doesn't feel like praising God. И у него совершенно не было настроения прославлять Бога. And then he starts to talk to his soul. И затем он начал говорить к своей душе. He commands his soul. И он приказывал своей душе. Yeah, that says, you know, you're sad, you're terrible, difficult, problematic. Your soul is speaking to you. Ну, душа вам говорит, говорит, ну, ты ж печальный. You don't want to. Ты не хочешь, у тебя проблемы. But he orders his soul to bless the Lord. Но он приказывал своей душе praise the Lord. Прославлять Господа, благословлять Господа. We use the bless the Lord in our language. Мы используем слова благословлять Господа в своей речи. But basically we cannot bless the Lord. Но по сути мы не можем Господа благословить. The lesser cannot bless the higher. Меньший не может благословить большего. But what we mean by bless the Lord? Но то, что мы имеем в виду, когда говорим благословить Господа. We give him praise that what is due to him. Мы отдаем ему ту хвалу, то, что ему полагается, то, что ему причитается. And when you start to sing that song, когда вы начинаете петь этот псалом, what happens then is that there is a new perspective about your circumstances. Возникает новый взгляд на ваши обстоятельства. У вас возникает новый взгляд на ваши обстоятельства. If you look down, если вы посмотрите, you see the problems. Вниз вы увидите проблемы. If you look up, если вы посмотрите вверх, you see the answer. Вы увидите ответ. And that has helped us very much. И это очень помогло нам. In time of needs. Во время нужды. Yeah. I broke through worship. Я прорвался через поклонение. Yeah. I was the first time I was at home with my parents. Когда I wasn't still not married, I was still living. Когда я все еще жил вместе с родителями у себя дома еще, не был женат. And then one day my mother said, "Yeah, you have got an answer from the Lord, isn't it?" И однажды мама сказала, ты получил ответ от Бога, правда? She said, I said, how did you know that? Я спросил, откуда ты знаешь? Yeah. I can hear in the different kind of songs that you are singing and playing. Она говорит, я услышала это в том, что ты начал петь и играть другие песни. Изменилось. It's good to sing the psalms. И, конечно, хорошо петь псалмы. They were written to be sung. Они были написаны для того, чтобы их петь. Yeah. Записаны. And that is a very powerful tool. И это очень, очень сильный инструмент. Yesterday you asked me about my prayer time with the Lord. Вчера меня спрашивали о моем тихом времени, о молитвенном времени с Господом. The best times I had was sitting behind the piano, nobody around. Лучше всего у меня это получалось, когда я садился за клавиши и никого не было рядом. Just in the dark. Просто сидел в темноте. My fingers find the notes anyhow. Ну, мои пальцы все равно находили клавиши и ноты. You know, and that was my time with him. И это было мое время, которое я проводил с ним. And that's where he met me. И именно там он встретился со мной. Because that's what the word says, isn't it?
Это то, что говорится в слове. Когда мы начинаем прославлять Его, Он спускается, Он приходит. Это значит, что Он открывает Себя. Okay, I'm starting a new topic. И я начну новую тему. And it is trust. И эта тема называется доверие. In the English language we can have word plays. В английском языке есть игра слов. Yeah, we play with words. Ну, англичане любят играть со словами. Because there's the word trust. Есть слово, которое звучит. Есть слово доверие, meaning trusting people, означающее доверять людям. And there's the word thrust. Есть слово тяга. По-английски они звучат очень похоже. That means a force that is moving. И тяга — это сила, которая движет, которая толкает. Now I'm flying back on Monday evening. В понедельник вечером я полечу обратно домой. And the only reason that my airplane goes up in the air. И единственная причина, по которой самолет сможет подняться в воздух, is because it has the right speed. Это когда он наберет нужную скорость. But how does it get the speed? Но как он набирает скорость? From the thrust of the engines. Он набирает ее из-за тяги или толкающей силы двигателей. So we say if thrust is up, speed is up. И есть такое выражение, что когда тяга возрастает, возрастает скорость. Yeah. When thrust is low, speed is low. Когда тяга падает, скорость падает. The same applies also to the word trust. То же самое можно сказать и о слове доверие. If trust is high, если доверие высокое, speed is high. То скорость движения тоже высокая. If trust is low, если доверие низкое, the speed is low. То есть скорость тоже низкая. If in an elders meeting in a church, если на собрании старейшин церкви, you need to spend a lot of time to come to make this to come to decisions. Требуется очень долгое время для того, чтобы принять какое-то решение. And it takes hours and hours, to discuss things. И уходят многие часы на то, чтобы что-то обсудить. It is my experience, по моему опыту, that in most cases. В большинстве таких случаев the level of trust is low. Уровень доверия низок. If the level of trust is high in the leadership team, если уровень доверия в команде лидеров высокий, you can make decisions very quickly. Решения можно принимать очень быстро. Because you trust each other. Потому что вы доверяете друг другу. And when there's a lack of trust in leadership teams, когда в команде лидеров не хватает доверия, недостаток доверия, everything has to be discussed. Тогда все нужно обсуждать. And you have to convince people. И нужно людей убеждать. And in the end, you use your position to push through something that the rest of the team doesn't want. И в конце концов вы используете свою позицию, чтобы продавить что-то, чего остальная команда не хочет. Now, I'm not talking about you, church, of course. И я, конечно, говорю не про вашу церковь. Because you have the perfect church. Потому что у вас у всех совершенная церковь. You are the only leader. Вы единственный лидер. You make all the decisions. Вы принимаете все решения. So you don't have to discuss anything with anyone. Так что вам ни с кем ничего обсуждать не нужно. Because you just do what you want to do. Просто делайте то, что хотите. Правда? Правда? But the result is that the people in the church don't trust you. Но в результате люди в церкви тогда не доверяют вам. Trust is very important. Доверие очень важно. Yeah. Thrust is required in the aerodynamics. Тяга необходима в аэродинамике. But it is also very important in the business world. Но также это важно и в мире бизнеса. And in the church. И в церкви. So I could give this seminar into the business world. Тяга и доверие тоже. То есть этот семинар, он пригодился бы и в мире бизнеса тоже. They would be blessed and would pay well. Они были бы благословенны и хорошо бы за это заплатили. So the topic of trust. Так что тема доверия. I will try to help you to start to understand what it is, how necessary it is. And how you can become a trustworthy person. Я постараюсь объяснить вам, насколько это важно, насколько это необходимо,
Я постараюсь объяснить вам, как вы сможете стать человеком, которому доверяют больше. All of you had the experience and had to deal with people that you started to trust, but in the end they were found out and be not trustworthy. У всех из вас был опыт с людьми, которым вы начинали доверять и что-то делать с ними, но в конце концов оказывалось, что они недостойны доверия. Трудно? It's painful. И это болезненно. And you think by yourself, и вы думаете, that's not gonna happen again. Больше такого не произойдет. That's why it is rather, you know, you rather lead the church by yourself. Поэтому вы скорее будете вести церковь в одиночку сами, than to trust again. Чем снова начнете кому-то доверять. We all have been injured by leaders. Мы все получали раны от лидеров. How many of you have been injured by leaders? Кто из вас был обижен, ранен кем-то из лидеров? Yeah, many. Многие. We've been hurt by people. Нам причиняли раны люди. Those above us in authority. Которые стояли выше нас в своем положении, в своей власти. And we gave them trust. Мы относились к ним с доверием. And they proved to be not trustworthy. И они оказывались недостойны нашего доверия. And sometimes we don't even trust ourselves. Иногда мы даже самим себе не доверяем. And we have to win it back. И нам нужно снова завоевывать это how доверие. That we can start to trust people again. И нам нужно учиться снова доверять людям. Is it urgent, brother? Срочное что-то? If you turn your telephone off, then it can never ring. Если включить самолетный режим, до вас не дозвонится. Yeah. In China, they had to hand in their telephone if it went off in a meeting. В Китае, если телефон звонил во время служения, телефон нужно было отдать. Yeah. And then they would get forever. No, they would get it back in the, after the break. Ну, после перерыва они получили назад. And if they dare to answer the phone during the meeting. И если в Китае кто-то из служителей все-таки решался ответить на звонок во время собрания. I would tell them to leave the meeting. Я просил их покинуть собрание. Unless, of course, when God rings your phone. Конечно. За исключением тех случаев, когда вам Бог звонит на телефон. You know, I'm sure that if we learn what trust is all about. Я уверен, что если мы с вами научимся тому, что такое доверие. And if we can rebuild trust again in a church. И если мы сможем заново отстроить доверие в церкви. Yeah, leading church becomes fun. То руководить церковью станет намного веселее. So let's go. Так, давайте пойдем. Well, this training is a training for leaders. Это обучение, оно предназначено для лидеров. So, why did you want to be a leader? Поэтому скажите, зачем, почему вы захотели стать лидерами? Why did you want to be a leader? Почему вы захотели быть лидерами? Почему? Обстоятельства. Circumstances. Ты понимаешь, что это тебе дано? Ты хочешь, ты хочешь. Это через тебя двигается. It's moving through you. It's a calling. It's a calling. Igor says, we didn't want it to happen. For most of you, you just... Для большинства из вас you got into it before you realized you were into it. Вы вляпались в это, прежде чем поняли, что вы в это вляпались. You know, we have to stop. You know, some people are in ministry. Некоторые люди находятся в служении. Because the leader needed somebody to do children's work. Потому что лидеру нужен был кто-то, кто бы занялся детьми. Yeah, and he just said, okay, the Lord told me that you have to do children's work. И лидер говорит, все, Господь мне сказал, что ты должен работать с детьми. And that's how you are doing children's work, and you don't even want to do it.
Вот так вот вы начинаете выполнять работу с детьми, хотя вы вообще этого не хотели делать. But the Bible says you have to obey your leaders. Но Библия говорит, что будьте послушны вашим лидерам, вашим наставникам. So when they said the Lord told me. И когда они говорят, что Господь сказал мне. That's the end of the discussion, right? На этом все споры заканчиваются. Yeah. Да? No. Нет. You say, well, if the Lord told you, I'm sure that He knows where I live. You can say, well, if the Lord told you, then He also knows where I'm living. И вы можете сказать, ну знаешь, если Господь тебе сказал, то Он наверняка знает, где я живу. Because only on the testimony of two or three a case is founded. Потому что только при устах двух или трех свидетелей будет подтверждено всякое слово. Amen. Don't use, yeah, the gimmick the Lord told me. Не используйте этот прием «Господь мне сказал». Because that's manipulation. Потому что тогда это манипуляция. People can also hear the voice of God. Люди также способны слышать голос Божий. We all have received the Holy Spirit. Мы все получили Святого Духа. Yes. So if people, yeah, if they tell you, the Lord told me. Если какой-то человек говорит вам, что Господь сказал мне. And there's no confirmation inside of you. А внутри себя вы не чувствуете никакого подтверждения. You say, well, I think about it. Скажите, хорошо, я об этом подумаю. Well, you have to do it because the Lord told me. Вот ты же должен это сделать, потому что Господь сказал мне. And they say, okay, I don't have to think about it anymore. I already know it now. И тогда вы можете сказать, хорошо, даже думать дальше не надо, я уже знаю. I'm not going to do it. Я не буду это делать. And now you're a rebel. И теперь вы бунтарь. Yeah. See, in the church, it is difficult to confront people. Сложно противостоять людям. See, in the business world, it's much easier. В мире бизнеса это намного проще. Yeah, you hire people. Вы нанимаете людей. They have a job description. У них есть описание работы, которую они должны выполнять. You expect from them that they produce. Вы ожидаете, что они будут производить, что производить работу. Если они ее не производят, you confront them. Вы к ним подходите. Yeah, but that is normal in the business world. И это норма в мире бизнеса. And if they continue to be dysfunctional, если люди на работе продолжают оставаться продолжают ничего не делать на работе, then they fire you. Тогда таких людей увольняют. In the church is difficult. Церкви сложнее. Yeah, because yeah, we don't hire them. Потому что мы же их не нанимали. Because that's going to cost us money. Иначе нам пришлось бы деньги платить. Yeah. So it's very difficult to confront people. Поэтому очень сложно противостоять людям. For the lack of capacity. Если в них есть недостаток работоспособности. Yeah. In the church it's often not on basis of capacity, but position. И часто церковь строится не на основании работоспособности, но на основании положения. Some people desire to be an elder, a leader in the church for the wrong reason. Некоторые люди жаждут стать лидерами церкви с неправильными причинами, по неправильным причинам. They seek the position. Они ищут положение. Yeah. Not a ministry. Не служение. Yeah. To minister means that you give of yourself. Служить означает отдавать себя. To help other people. Чтобы помочь другим людям. Positional thinking is that, you know, I'm in this position, I'm important. It's about me. Позиционное мышление, мышление о положении говорит, что я важный, потому что занимаю это положение и все. Главное здесь я. I've been often been very surprised. Меня очень часто удивляет. Yeah, yeah. When they were electing elders. Когда люди выбирают старейшин. That an elder was elected. И когда был выбран старейшина. Yeah, which I never had seen in the prayer meetings. Выбирается человек, которого я ни разу не видел на молитвенных собраниях. And I never heard him pray in public. И я никогда не слышал, чтобы этот человек публично молился. And now he's an elder. И вот он становится старейшиной. He's in every meeting of the church. Но он теперь на всех собраниях церкви. And glory to God, he knows how to pray. И слава Богу, он, оказывается, знает, как молиться. Incredible. Невероятно. How come he can do it now? Как получается, что теперь он может это делать? Because he now is an elder. Потому что теперь он старейшина. Yeah. And he has to play the elder.
И ему нужно играть роль старейшины. And an elder has to be in the meetings. А старейшина должен присутствовать на собрании. An elder has to be on the platform to open the meeting and open by prayer. Старейшина должен быть на платформе, на сцене, чтобы начинать собрание, чтобы открывать его молитвой. Now he's important. Теперь это важный человек. Now, we only have that in Holland, of course, not here. Ну, конечно, такое в Голландии только случается, здесь нет, да? So that's not a man that is coming to serve. There's a man that wants to be served. Это не человек, который пришел, чтобы послужить. Это человек, который хочет, чтобы ему послужили. That's why Paul says. Поэтому Павел говорит. Yeah, if you can't do it at home, and if you're not doing it at home, yeah, you don't have anything. You cannot be doing it in the church. Если вы не делаете это дома, если вы не способны это делать дома, то вы не сможете делать это и в церкви. Кто о домашних не заботится? So before you appoint anyone. Before you make anyone a leader in the church, вы ставите кого-то на лидера, на лидерство в церкви. Just make sure that his spiritual life in the home, leading the family, is just as good as you want him to do in the church. Убедитесь, что его духовная жизнь, его духовное водительство в семье достаточно хорошо, чтобы он мог делать такое же и в церкви. All of you have had, most of you have had experience. Большинство из вас имеет опыт. That you felt bad that you just appointed that person. Когда вы начинаете сожалеть, что назначили этого человека. But you only find out when you already have positioned him. Но вы обнаруживаете это уже только после того, как поставили его в это положение. Or her. Или ее. Yeah. That's why I always advise. Поэтому я всегда советую. If you have any intention of having somebody, yeah, in leadership. Если у вас есть намерение кого-то ввести, сделать лидером. Just tell them that they have a 6-month trial period. Скажите им, что они, что для них это будет пробный срок 6 месяцев, испытательный срок 6 месяцев. So you can see if they are the right person in the right place. Чтобы вы могли увидеть, правильный ли человек занимает правильное положение. Yeah. And then you lay hands on them. И затем уже после этого возлагаете руки на них, рукополагаете их. But if you lay hands on them in the beginning, но если вы с самого начала их рукоположили, yeah, they think, они думают, I've arrived. Все, я приехал. I'm in. Я добрался, все. Most people, there's a lot of leaders. Достиг. Есть много лидеров. Once they have arrived, которые как только они достигли, once they are in the position, как только они заняли это положение, they stop growing. Они перестают расти. Because they don't have to, because they have arrived. Потому что нет никакой нужды это делать, они достигли. John Wesley, Джон Уэсли, the man for the big revival in England, человек, который стоял за большим пробуждением в Англии, he demanded from all his team workers that they would at least read 3 books every month. Он требовал от своих сотрудников, чтобы они читали по крайней мере 3 книги каждый месяц. Yeah. 3 Christian books. 3 христианских книги каждый месяц прочитывали. And of course, the word of God also. И, конечно, читали Слово Божие тоже. Yeah. He says because we have to constantly to feed ourselves. Он сказал, потому что нам необходимо постоянно себя питать. With the word of God. Питать Словом Божьим. And learn from others and feed ourselves with what others have learned. И учиться у других, питаться тем, чему научились другие. And if they didn't do it, если они этого не делали, he would just kick them out. Он от них избавлялся. So, it's good to have a conference like this. Так что хорошо проводить подобные конференции, как эта. It's where you sit and you learn a lot of things. Это место, где вы садитесь, где вы многому учитесь. But remember, as a leader, you need to feed yourself on the word. Но помните, вы как лидер обязаны сами себя питать Словом Божьим. Because if you're empty, you have nothing to give. Потому что если вы внутри пустые, вам нечего отдавать. Yeah. It is out of that what is deposited in you that the Holy Spirit uses to give out to others. Дух Святой использует то, что было вложено внутри вас, чтобы передавать это другим. See, in the church, every Christian has the same value. В церкви у всех христиан есть одинаковая ценность. And the value is based
on the blood of Jesus by which they were saved and sanctified. Эта ценность основана на крови Иисуса, которой они были искуплены и освящены. Whether you are a new believer or a senior pastor, независимо от того, являетесь ли вы новообращенным или старшим пастором, you in Christ are equal. Во Христе вы равны. Amen. Amen. In the world, being a woman or a man matters. В мире имеет значение, мужчина вы или женщина. A Jew, a Greek, or Armenian, or Russian, or Ukrainian. Имеет значение, кто вы, еврей, русский, армянин, украинец. It counts. It's, yeah, it matters. Это имеет значение. In the kingdom of God, Царствие Божие, it's not about male or female. Дело не в том, мужчина или женщина. It's not about Jew or Greek. Главное не в том, кто вы, еврей или елен. It is about, are you saved by the blood of Jesus? Вопрос стоит в том, спасены ли вы кровью Иисуса. Amen. Amen. And of course we have positions because we are in leadership. Конечно, у нас есть положение, потому что мы лидеры. But it doesn't mean that I'm more or better than you. Но это не означает, что я больше вас или лучше вас. Right? Правда? Right. It means that I'm just a servant. Это означает, что я просто слуга. The believers are the believers, and because you took a position, you're now not a believer, you're a servant to the believers. И верующие это верующие, а вы, так как вы приняли это положение, вы теперь слуга для верующих, служитель верующих. The reason why we end up with the wrong people in leadership is because we don't have a proper understanding what is to be expected of them. Причина, почему у нас в лидерах оказываются неправильные люди, в том, что мы не знаем, чего мы должны от них ожидать. How many of you have job descriptions for youth workers, Sunday school workers, and people that do things in a church? У кого из вас есть записанные рабочие обязанности, обязанности для лидера воскресной школы, лидера молодежи, лидера подросткового служения, описание рабочих обязанностей. Очень хорошо делай то, что он делает. And then you think, we need him in our church. И потом вы начинаете думать, ну, нам такой человек в церкви нужен. Yeah, but what he is doing and what he is as a person is sometimes not the same. Но то, что он делает, и то, каков он как человек, иногда это не одно и то же. And the only way you find out how somebody really is when he grows up in your church. Единственное, когда вы знаете, кто человек на самом деле, кем он является, когда этот человек растет в вашей церкви. Everyone knows you. Там все вас знают, вы выросли в церкви. Yeah, they have seen your ups, they have seen your downs. Они видели ваши взлеты, они видели ваши падения. Yeah, they have seen your devotion to the Lord. Они видели вашу посвященность Господу. So that's why the church is the better place to make ready people that need to serve in the church. Поэтому церковь – это лучшее место, где вы можете находить людей, готовых к служению в церкви. You know, Jesus had 12 disciples. У Иисуса было 12 учеников. Yeah, yet he avoided, to take them to the Bible school. He avoided, going to the Bible schools. Но he didn't go with them to the Bible schools. Но вместе с ними он в библейские школы не ходил. In Jesus' time, there were many Bible schools. Во времена Иисуса было много библейских школ. Every rabbi had his disciples. У каждого раввина были свои ученики. And what would they do there? Что они делали там? Build character or build knowledge? Созидали характер или набирали знания? Знания. Knowledge. Yeah. If you go to the Bible school, если вы идете в библейскую школу, yeah, it can be a very nice religious bubble. Это может быть таким очень красивым религиозным пузырем. All these nice Christians together. Там все такие приятные христиане вместе собираются. But it's not the real world. Но это не настоящий мир. And see how you live in the real world and how you make decisions living in the real world says very much something about you. Именно то, как вы живете в реальном мире, именно то, как вы принимаете решения в реальном мире, что-то говорит о вас. You understand? Понимаете?
Now, it's not wrong to go to Bible school. Я не говорю, что неправильно идти в библейскую школу. It's good to have some knowledge of the Bible. Хорошо иметь знание Библии. Yeah. But most Bible schools don't focus on developing of character. Но большинство библейских школ не сосредотачиваются на строительстве характера. And I can be very spiritual when I'm in the Bible school. И когда я в библейской школе, я могу быть очень духовным. Yeah, I can keep it up for a long time. И достаточно долгое время смогу притворяться. Yeah, but not all the time. Но не все. Okay. Good. There's all kinds of trust. Хорошо, есть различные виды доверия. Yeah, and I'm going to talk about that. Я об этом поговорю. There's the self-confidence. Есть самоуверенность. Yeah, trust in yourself. Когда вы доверяете себе. There's trust in relationships. Есть доверие во взаимоотношениях. There's trust in organizations. Есть доверие каким-то организациям. And there's trust and confidence in the market. Есть какое-то доверие или уверенность в том, что происходит на рынке. The business world. Ну, в мире бизнеса. Yeah. And there's trust in society. Есть доверие в обществе. Yeah. In the last couple of years. За последние пару лет. Yeah, people have lost trust. In governments. Люди потеряли доверие к правительству. Да? Also in your country. Также, наверное, в ваших странах. Yeah. Amen. We have lost trust in society. Мы потеряли доверие к обществу. Yeah. We have lost trust in the business world. Мы потеряли доверие к миру бизнеса и в мире бизнеса. In 2008 we had the big economic crisis. В 2008 году у нас был большой экономический кризис. That was caused by the institutions that we, yeah, told us that we could trust them. Которые произвели те организации, говорившие нам, что мы можем довериться, можем доверять. The banks that were supposed to take care of our money. Банки, которые должны были заботиться о наших деньгах. Speculated in the wrong way. Спекулировали ими неправильно. And we lost the money. И мы потеряли деньги. Yeah, for the Russians, you understand the big crisis when banks were even investing money in pyramid schemes. И в России вы можете понимать это, когда вы видели, как банки инвестировали деньги вот в эти финансовые пирамиды. Yeah, you remember, right? Помните, да? Yeah. And sugar became 30 times more expensive. И сахар 30 раз подорожал. It was great suffering. И было огромное страдание. Yeah. So we lost trust in banks. Много страданий. Поэтому мы потеряли доверие к банкам. We lost trust in the stock market. Мы потеряли доверие к фондовому рынку. We have lost trust in relationships. Мы потеряли доверие во взаимоотношениях. Because one out of two relationships either married or living together end in divorce. Потому что каждый второй брак или каждое второе сожительство в конце концов разваливается. Have people lost trust in the church? Потеряли ли люди доверие к церкви? Yeah. Yeah. They have lost trust in the Catholic Church. Они потеряли доверие к католической церкви. The sexual immorality. Из-за нравственной развращенности. But the same happens in all big denominational churches. Но похожие вещи происходят во всех больших деноминационных церквях. Yeah, all of a sudden, the leaders that started the movement, leave the church. И внезапно лидер, который начинает движение, покидает церковь. And they become Catholics. Становится, например, католиком. Now we lose trust. И мы теряем доверие. And one of the reasons why life becomes so complicated and so expensive is because we don't have trust anymore. И одна из причин, почему жизнь становится такой запутанной и дорогой, заключается в том, что у нас нет больше доверия. Yeah, but people cannot be trusted. Да, но людям уже нельзя доверять. That might be. Вероятно, да. Sometimes it's true. Иногда это правда. But trust starts with you. Но доверие начинается с вас. We're not talking about all the institutions that have lost our trust. И мы сейчас не говорим о всех организациях, которым было потеряно доверие. You are here as a leader. Вы здесь как лидер. Yeah? And the whole trust issue starts with you. И весь вопрос доверия начинается с вас самих. I've learned я научился to give trust to people.
доверять людям, предоставлять людям свое доверие. And it is up to them to prove that they are trustworthy. И уже они, в свою очередь, доказывают, насколько они достойны этого доверия. I rather give trust and sometimes get disappointed. Я лучше буду доверять и окажусь разочарованным иногда. Than to be trustworthy about everyone and sometimes, you know, being right. Then, yeah, be distrusting everybody and sometimes being proven that I was right. Чем если я никому не буду доверять и буду подтверждать свое мнение в них, и люди будут подтверждать мое мнение, что они недостойны доверять. Now let's repeat it. Я повторю это. Yeah. I'd rather give trust to you. Я лучше буду доверять вам. And sometimes be proven that that was not right. И иногда будет оказываться, что я в вас ошибался. And distrusting you. Чем я буду не доверять вам. And proven that you are trustworthy. И буду убеждаться, что в том, что вы все-таки были достойны доверия. Which one is the most positive? Что более позитивно? To give trust. Yeah. Доверять. Давай, отдавать доверие. If you as a pastor have lost trust in people, если вы как пастор потеряли доверие к людям, yeah, you are very lonely. Тогда вы становитесь очень одиноки. Because you don't allow people to come very close to you. Потому что вы не подпускаете людей близко к себе. You rather do everything by yourself, because then you know it gets done much better than if you trust somebody else. Лучше вы начинаете делать все сами, потому что знаете, что так получится лучше, чем если вы кому-то это доверите. And we all know pastors like that. Мы все знаем таких пасторов. Am I speaking Spanish or do you understand it? Я вообще на непонятном языке говорю, или вы все-таки понимаете, о чем речь? Well, if you said, you know, Anton, we don't need this lesson because we know everything about it, then we go to another lesson. Ну, если вы скажете, Антон, нам это не нужно, мы уже все это знаем, мы тогда к другому уроку перейдем. They're quiet. Просто как-то все тихо реагируют на все. The word dabar in Hebrew. Слово дабар на иврите. Yeah, has basically two meanings. Имеет два значения. It is the word дабар. Дабар. It is the word and there's the action. Я не знаю иврита, что он говорит, я повторю. Оно означает и слово, и оно также означает и дело. They're one and the same word. Это одно и то же слово. Yeah. And it's just like a railroad. И это как рельсы на железной дороге. It's the words that you speak. Одна рельса это слова, которые вы говорите. And the actions. А вторая рельса это ваши действия. Yeah. If your actions are not confirming your words. Если ваши действия не подтверждают ваши слова. It means that the rail, yeah, it become crooked. Это означает, что рельсы расходятся. You understand? Понимаете, о чем? Look at my hands. Посмотрите на мои руки. If they are staying on the right course, если они идут в правильном направлении, yeah, what you say and what you do, то, что вы говорите, то, что вы делаете, then everything is going well. Тогда все идет хорошо. But when they are, when they move away, then you derail. Но когда они начинают расходиться, вы с рельсов сходите. In Psalm 51, verse 6. Псалом 51:6 стих в английском. It says, "What you are after is truth from the inside out." Ну, 50 псалом. 51:6. 50 псалом. That might be different for us. What is it? Yeah. What you are after is truth from the inside out. Так, no? Есть небольшая проблема с нумерацией. Псалом. Сейчас. История связана. Well, let's go to Matthew 20. Давайте пока про Псалом забудем. Matthew 23. Евангелие от Матфея, 23 главу. Some of the numbering of things are not always easy.
Matthew 23. 23 глава от Матфея. Verse 25. Давайте откроем 25 стих. You can read it 25-26. 25-26 стих. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. So that is what I'm trying to get across, that what we say and what we do has to be consistent, has to be the same. То, о чем я говорю, я пытаюсь сказать, что то, что мы говорим, то, что мы делаем, должно совпадать. Yeah, and you know, we have to be the same on the inside as on the outside. И мы должны быть внутри такими же, как мы стараемся или как мы выглядим внешне. And that is a challenge. И это вызов. Yeah, we have to make sure that we are clean on the inside. Нам нужно убедиться, что мы внутри чистые. What Jesus says, if you're clean on the inside, Иисус говорит, что если внутри вы чистые, it will show on the outside. То снаружи это будет видно. Сердце. Yeah. If you fill yourself with garbage, если вы наполняетесь мусором, looking at the wrong things, смотрите на неправильные вещи, then it comes out. Тогда это вылазит, выходит наружу. See, a computer, cannot get to the pornographic website by all by itself. Компьютер сам по себе на порнографический сайт зайти не может. So you can never say, oh, by accident I came on pornography site. Вы, конечно, можете сказать, ну я вот случайно оказался на порнографическом сайте. Yeah. So you choose to go. Вы выбрали туда пойти. Yeah. So we have to be the same on the inside and on the outside. Внутри мы и снаружи мы должны быть одинаковыми. Because what is on the inside comes eventually to the outside. Потому что то, что внутри нас, со временем выходит наружу. So that's why there is sanctification. Поэтому есть освящение. Now, basics to develop trust. Основы развития доверия. We have 8 minutes. У нас еще 8 минут есть. Intentions. Integrity. Integrity. Порядочность или честность или целостность. Now, the word integrity is a complex word. Такое сложное слово. Yeah. Who has done mathematics at school? Кто в школе, кто учил математику из вас? Yeah. У кого получалось это делать? Do you know the term numbers of integrity? Кто-нибудь из вас слышал понятие целого числа? What are the numbers of integrity? Какие целые числа? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, 1, 2, 3, 4, 5, до 10. И дальше. Yeah. And the one that are not numbers of integrity is a half, a quarter, three quarters. Не целые числа, это половинка, четверть, три четверти. Yeah. So, that two is a whole number. То есть, два это целое число. And the word integrity means that there is a whole person. И вот это понятие целостности означает, что человек он цельный. David is saying, Lord, create in me what kind of heart? Помните, что Давид говорил: Господь, сотвори во мне сердце какое? Clean. A clean heart. Сердце чистое, сотвори во мне. Okay, this is the heart. Вот это вот сердце. And he wants a clean heart. И он хочет чистое сердце. Basically, what he is saying there. По сути, то, что он говорит там. Create in me a whole heart. Сотвори во мне целостное сердце. Целое. Undivided heart. Неразделенное. We should serve the Lord. Мы должны служить Господу. With how much of our heart? На сколько процентов нашего сердца? Our whole heart. Всем сердцем. One day I was attending a China consultation. Однажды я проводил консультацию в Китае. And it was in Malaysia. China consultation. Yes, China consultation.
Я был на консультации по Китаю, это было в Малайзии. Very secret. Очень тайная такая консультация yeah. проходила. Yeah, people that were working in China and leaders of organizations would come together in secret. Люди, которые работали в Китае, лидеры организации, они тайно собирались вместе. To discuss strategies. Чтобы обсудить стратегии. What worked, what didn't work in China. Обсудить, что работает, что не работает в Китае. Because we were dedicated to see China's millions become believers. Потому что мы были посвящены тому, чтобы миллион людей в Китае становились верующими. In the morning, they would have 15 minutes devotional teaching. И каждое утро 15 минут проводилось учение, проводилось время посвящения Богу. And the theme for that conference was unity of heart. И темой этой конференции было единство сердца. Because somebody dropped out that was had to give the address in the morning, they asked me. И так как сказали, что нужно, чтобы с утра кто-то какое-то слово говорил, об этом попросили меня. I said, Lord, I'm not going to talk about unity. Я сказал, Господь, я не буду говорить об единстве. How many sermons have we already heard about unity? Ну сколько мы уже проповедей об единстве успели услышать? And now I have to shoot from this side and add something that they've never heard on unity. И мне нужно найти какой-то подход, которого они никогда еще не слышали, чтобы зайти с такой стороны и поговорить о единстве. Lord, I'm going to talk about why is it that we cannot be united. Господь, я хотел бы поговорить о том, почему мы не можем объединиться, почему мы не можем стать единым. Now, listen, I only had 15 minutes. И у меня было всего 15 минут. Now, for me, that is almost impossible to say anything within 15 minutes. Для меня это почти невозможно за 15 минут что-то сказать. But the problem is, но проблема в том, we have a divided heart. Что наше сердце разделено. Remember, yesterday I talked about the hardness of your heart. Помните, вчера я говорил об ожесточении сердца. But in our heart, но в нашем сердце, there's a big desire for ourselves. Есть огромное желание наше собственное, yeah? Нас самих. There's another thing. Есть другие вещи. Yeah, that I also would like. Которые мы также хотели бы. Yeah. Because we have these desires, и так как у нас yeah. есть эти желания, yeah. our heart is divided. Наше сердце разделено. The reason why Jesus was so at peace in the midst of all the accusation and all the stress. Причина, почему Иисус испытывал такой мир среди всех обвинений, среди всего стресса. Not because he was Jesus. Не просто потому, что он был Иисус. But because he had only one desire. Но потому, что в нем было только одно желание. And what was the one desire? Каким было это одно желание? Исполнить волю Отца. And if you have only one desire in your heart, если в вашем сердце только одно желание, you have мир. Тогда у вас есть мир. Simple, isn't it? Просто, правда. Now our church, yeah, we have desires. У нас есть желания. The other church has desires. У другой церкви есть свои желания. And now we as Christians have to work together. А теперь мы как христиане должны работать вместе. If we cannot even have the unity in our own heart, если мы не можем иметь единство в своем собственном сердце, how can I get unity with my brothers? Как мне прийти к единству с моими братьями? How can I trust others? Как я могу доверять другим? Yeah. When I sometimes even don't trust myself. Если я иногда самому себе не доверяю. How many times have you promised the Lord not to do it anymore? Как часто вы обещали Господу что-то не делать? And yet you did it. И все равно сделали. And you get sick and tired of your own. И вы же уже устали от самих себя. Even Paul had the problem. Даже у Павла была эта проблема. He said, "What I don't want to do, I do." Он говорит, чего не хочу, то делаю. And what I want to do, I don't do. А то, чего хочу, yeah. не делаю. Yeah. Help. Who can help me? Помогите. Кто мне может помочь? Of course, he gave the answer also. И, конечно, он там дает и ответ. Christ Jesus. Христос Иисус. Amen. Created me a new heart. Сердце новое сотворило во мне. Is that God? Wants to help us. Означает, что Бог хочет помочь нам. To
surrender these wills and desires that I have for myself. Отдать все эти желания, эти все стремления, которые есть у меня от себя самого. Because when I started to surrender it, потому что когда я начинаю отдавать это, подчинять, there comes unity in my heart. Тогда мое сердце, в моем сердце возникает единство. I want to have an undivided heart. Я хочу иметь сердце неразделенное. I want to be a man of integrity. Я хочу быть человеком целостным. Whose yes is yes. Другими словами, порядочным, у которого да означает да. And whose no is no. И у которого нет означает нет. Because that kind of a man you can trust. Потому что такому человеку вы сможете доверять. Правда? Amen. But I've been in ministry for so many years. Но я в служении уже столько лет. And I'm still struggling. Я все еще испытываю трудности с этим. And I'm still learning to submit, to submit, to submit. И мне все еще приходится учиться, как подчиняться, подчиняться, подчиняться. I still have to guard my heart. Мне по-прежнему необходимо охранять мое сердце. If I wanted, if I wanted to travel more, если бы я хотел ездить, путешествовать больше, I could have traveled more. Я мог бы путешествовать больше. I've had so many invitations from all over the world. У меня есть множество приглашений со всего мира. To speak at conferences. Приезжать, выступать на конференциях. But I have only one, calling. Но у меня есть только одно призвание. Our ministry, if you go to our website, it's not in English. Наше служение, у нас есть веб-сайт, к сожалению, не на английском языке. But the mission of our ministry, called Kingdom Ministries. Но миссия нашего служения, которая называется служение царства, is to help leaders to come into the destiny that God has for them. Это помогать лидерам приходить к тому предназначению, которое у Бога есть для них. I never go abroad for a general conference. Я никогда не езжу за границу, чтобы проводить какую-то общую конференцию. Now, if there is a leadership training, если есть обучение лидеров, not just for one day, but и оно проходит не только в течение одного дня, then I don't mind to do a conference besides. Тогда я не против одновременно проводить конференцию. If I would have given in, I could have spoken for conferences, crusades with 100,000 or 200,000 people. Если бы я согласился на это, я мог бы выступать на конференциях, где собираются 100-200 тысяч человек. But it's not the calling of God for me. Но это не Божье призвание для меня. I don't want to become famous. Я не хочу становиться знаменитым. I don't have to become famous. Мне не нужно становиться знаменитым. There's one that needs, there's one that I want to please. Есть один, кому я хочу угождать. Господь. And that is why sometimes I can be really harsh and sharp. Именно поэтому я иногда могу быть достаточно жестким, достаточно острым. And I don't mind. Я не против. I don't want to be rude. Я не хочу быть грубым. But sometimes the Holy Spirit is giving me words in my mouth that are shocking. Но иногда Дух Святой вкладывает в мои уста слова, которые шокируют. Just like the Holy Spirit sometimes have to shock me to get me back in focus with Him. Точно так же, как Святому Духу иногда приходится шокировать меня, чтобы я снова настроился на Него, сфокусировался на Нем. So, if we seek unity with one another, если мы стремимся к единству друг с другом, we have to become honest. Нам необходимо стать честными. That our heart is still not one. В том, что наше сердце по-прежнему не является единым целым. Then we have to find in what areas we are one. И тогда нам нужно one of mind. Посмотреть, в каких сферах мы все-таки едины в разуме, едины в сердце. But I'm sure that you guys, all one of heart and one of mind. Но я уверен, что вы, ребята, единодушные, единомысленные. And one of desire. У вас одни и те же желания, одно и то же сердце. And it is to have a 15-minute break and have coffee or tea. И это желание заключается в том, чтобы прерваться на 15 минут на чай и кофе. Okay, listen, listen. Послушайте. My wife told me to bring something for you. Моя жена попросила меня привезти вам кое-что. It's the famous Dutch Stroopwafels. Это